никогда не предавайте свои мечты. Никогда. Если вы счастливый человек, если у вас есть желания, поверьте, они есть не у всех. Я это уже точно знаю. Но если они у вас есть, если вы чего-то хотите, вы не имеете права предавать эти мечты. Для чего-то они вам даны. Потому что если вам не нужно было бы это, вас бы просто, вы даже об этом бы не думали никогда, вам бы никогда это не пришло в голову. Для чего-то ваши мечты, цели, желания вам даны. Наверное, в этом ваш путь. Никогда не предавайте их. Вы все равно пройдете эту дорогу, но просто сложнее. Идите полюбовно. Если вас манит куда-то, идите туда. Если вы мечтаете о чем-то, идите туда. Сделайте все. Попробуйте. Лучше, если вы поймете, что не получится, и в процессе вы поймете, что это не ваше, вы просто всегда скажете, это не мое. Но будет намного грустнее, если вы, не попробовав потом в конце жизни, или в любой момент, когда вы придете вообще к осознанию себя, скажете себе, боже мой, почему я не попробовал это? Я так хотел. Почему я это не сделал или не сделала? Вот, пожалуйста, я от всей души вас прошу, чтобы у вас не возникало таких вопросов никогда. Делайте все, что вы должны были сделать. Делайте все, что вы хотите сделать. Знакомьтесь с теми, с кем вы хотите. Добивайтесь того, что вы хотите. Мечтайте. Позиционируйте свои мечты. Не знаю, рисуйте доски желаний, стремитесь, доставайте людей, пусть будут, вас будут считать какими-нибудь, не знаю, дураками, там, я не знаю, все самые ужасные слова, которые вы знаете про себя, пусть вас будут так считать, но вы будете самое главное знать, что вы никогда не предали себя, никогда. Светите.